Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Элли, посмотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились. Ты играть умеешь? Ну, кое-как, да. Я бы тоже хотела. Слышь, гроссмейстер, не вздумай трогать фигуры. Гросс кто? Не обращай внимания. Ну, все нашли? Мы готовы. Все, Элли, пошли. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Он правда какой-то странный. Можно я посмотрю? Там нет ничего нужного. Давай, бери, что хочешь. Спасибо. А что ты на этот раз влип? И где Тесс? Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Эту соплячку? Да пошел ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нахрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? В другое убежище. Там склад оружия. А мы не хотели чинить машину? Мы? И ты чинить собрал? Дел, слушай. Я же сказал, гитары в другой части города. Я туда никогда не хочу, потому что там зараженные. Нужно оружие. Внутри. А, я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну да, занята. А мне так кажется, что вы голубки того. Может и так. Ну вот, теперь сюда. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал? А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинается. Зараженные! Черт, ну понеслась. Порядок. Ну ладно, еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Нужно взять все припасы со склада, да, и оттащить к восточной изгороди. Сам собой. Снова. Да. Потом ты. Билл. Джоэл. Сюда. Лезем наверх. Фу,
Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Уж ты-то должен понимать. О чем он? Неважно. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Куда нам? Пришли. Нам в погреб. Теперь сюда. Ну, пришли. Чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего? Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засранка. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Так, сначала я хочу тебе кое-что показать. Что это? Моя новая игрушка. Это бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Дробовики и бомбы у нас есть, только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение, но не видят даже того, что под носом. Короче, несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор жив. Может и получится. Так, что тут у нас?
Неплохо вышло. Ну, соплячка, если что-то пропало... Да не нужно мне твое барахло. Расслабься. Джоэл, ты за ней следишь вообще? Слежу, слежу. Ух ты! Неплохо устроился. Если хочешь исповедаться, то самое время. Ну что, вперед и с песней! Элли, давай. Вон, школа там. Так. Готовы? Сейчас узнаем. Вот, блин. Пошли, тебе не стоит на это смотреть. И не такое видала. За этими воротами я еще не бывал. Я понял. Ого, вы это слышали? Ни звука. Вроде все. Отлично. Мы еще не прошли. А, черт, заперто. Стой, у меня ключ от ворот. Советую не шуметь. Тише, тише. Ah!
страшно, блин. Бегун! Сюда. С той стороны привязано. Может, тут пролезем? Собачья дверца? Джоэл, как раз для тебя. Только очень осторожно. Ладно. Зря ты не дал ей пушку. Я тебя понял. Внутри дома тоже есть щелкуны. Черт. Нас пока не заметили. Прыгнись. Тише. Залезайте. Надо перебраться через фургон. Там дальше чисто. Живей, живей! Кто ее тут оставил? У тебя есть друзья? Нет. Но я знаю, кто мог бы тут пройти. Давай, Элли. Джоэл! Что? Можно тебя отвлечь на секунду? Давай попозже. Ладно.
Помоги открыть!